Меньше недели осталось до старта крупнейшей агропромышленной выставки «Белагро». Свою продукцию презентуют около 600 компаний почти из 30 стран мира. Какие новинки представит белорусский АПК, расскажет наш корреспондент Виктория Антоненкова. Свою продукцию и последние научно-технические разработки представят около 600 компаний почти из 30 стран мира. Главная экспозиция этого года – это экспериментальное поле. Инновационная экспозиция продемонстрирует последние разработки ученых-селекционеров. Что касается традиционных составляющих выставки, «Белагро» – это одна из главных площадок для деловых переговоров и налаживания партнерских связей. Делегации из нескольких десятков стран приедут, чтобы обеспечить самый короткий путь к новым контрактам и соглашениям. В основном интерес – это более породы белорусского скота, животноводство, оборудование в животноводстве, оборудование ферм, доильных залов, соответственно, производство сельскохозяйственной техники, семена, посадочный материал. Вот основные направления, по которых будут вестись переговоры. Современная сельхозтехника, оборудование для переработки продукции, рыбацкая деревня, лучшие представители племенных животных, экспозиция с последними достижениями селекционеров, а также огромная выставочно-дегустационная площадка с белорусскими продуктами питания. Международная специализированная выставка «Белагро» стартует уже во вторник и продлится до конца следующей недели. Она разместится на площадках торгово-логистического центра «Глобус Парк». В течение всех дней работы форума от станции метро «Малиновка» будут курсировать бесплатные автобусы. Вход на выставку свободный.